Всем привет, с вами Коксон. Сегодня я вам покажу АФК фарм Катаклизма. Данное место находится Восточное Королевство, в Сумеречном Нагорье, по координатам 60-74. Для фарма нам нужен будет друид. Если у вас его нет, можете создать 110 уровня пробного персонажа, выучить ему профессию инженерное дело, также нужна будет игрушка Собиратель Трофеев и зелье поиска сокровищ. Аддон для создания макроса, ссылка на скачивание будет в описании под видео. Прописываем команду вызова меню. Жмем новый. Пишем название макроса, к примеру АФК. Нажимаем 1. Прописываем. Нажатие клавиши, потом последовательность, также это все будет под видео записано. Жмем сохранить. Как видите, появился наш макрос. Выносим его, жмем закрыть. Подходим вот к данной траве или кустикам, как вам удобно называйте. Пьем зелье сокровищ. И начинаем наш фарм. Что получилось после 1 часа АФК фарма, вы видите на экране. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и до новых встреч. С вами был Коксон.